У хорошей истории должен быть герой. Лучше, когда герой еще и успешен. В моей рубрике «Только такие». Здравствуйте, меня зовут Екатерина Хара. И прямо сейчас я познакомлю вас с еще одной историей успеха. Недавно подвели итоги 3-го межрегионального смотра конкурса на лучшее архитектурное произведение «Зодчество Черноземья-2009». Наш сегодняшний герой, студент из Вьетнама Лен Го Кань, занял на нем почетное 2-е место. Это первый раз, когда я участвовал в этом конкурсе. Я очень рад, что мою работу оценили. Проект «Школа» – это первая тема архитектурного проектирования на 4-м курсе. И я, как обычно, у нас всего было 2 месяца на выполнение этого проекта. И моя школа рассчитана на 860 мест. И в ней решены такие проблемы, как освещение, экономика, ориентация, конструкция и функциональные зонирования и так далее. И у меня такая идея была соединить самые простые элементы, типа как куб, прямоугольник, прямые линии. Я во Вьетнаме уже учился на 1-м курсе именно архитектурного института. Поэтому потом я слышал, что в России хорошее образование, поэтому я выбрал именно в Россию. Я мечтаю быть хорошим архитектором, чтобы проектировать реальные проекты, чтобы строить свою родину. Успех для меня – это жить не только для себя, а еще для семьи, для родных и особенно для родины. Строить, чтобы она была красивее. Каждый из нас в своей жизни стремится к успеху. Уверена, у вас все обязательно получится. Ну а я узнаю об этом первой, и мы непременно увидимся в рубрике «История успеха». До встречи!